смотри, к деду Саше приехал кто-то. Витя, ты идешь? В этой комнате жил твой папа. Папа был такой фантазер. Ты держишь в руках непростую книгу. На ее страницах можно найти путь в волшебную страну. Настали тяжелые времена. Что с ней? Она болеет, потому что не может подарить людям любовь. Вам необходимо попасть во дворец и принести волшебное зеркало. Феодосийская сказка 30 июля в 11:00 на НТВ.